Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, я функциональный архитектор компании Кадерлайн. Я хочу пригласить вас на наш курс подготовки аналитика 1С. Какой результат вы должны получить по итогу этого курса? Самое главное, что будет вашим результатом? Вы, пройдя курс, должны понимать, как работает основная технология внедрения, которая используется в 1С. Технология называется Waterfall, водопад. Она предполагает последовательное прохождение целого ряда стадий работы. И по итогам вы должны очень четко знать, что именно происходит на этих стадиях, какие документы оформляются. Часть документов вы будете оформлять своими руками. Вот, какие подготовительные действия нужны. Вот. Ну и это первое. И второе, немаловажное, я надеюсь, что вы в результате этого курса существенно расширите свои представления о возможностях и свойствах программ системы 1С. Ждем вас на курсе.